В Твери на проспекте Чайковского произошел пожар на территории предприятия «ЗАО «Хлеб». Происшествия работали спасатели и несколько единиц техники МЧС. На месте события побывала и наша съемочная группа. Сообщений о пострадавших на пожаре не поступало. По информации ведомства, на территории завода произошло задымление в цехе охлаждения хлеба. На месте работали расчеты сразу нескольких пожарных частей, а также энергетики. Тушение возгорания продолжалось несколько часов. Случайно проходила, увидела, что горит, и все. А много дыма было? Да, дым много, да. Ну, пахнет, да, там пластмассой пахнет, мне кажется. Пожарных много сразу, быстро приехали. О причинах возгорания и нанесенном огнем ущербе мы расскажем в следующих выпусках новостей.